первое, второе. Ну, третье там. Александр Васильевич Фуфаев – ветеран военной службы. 26 лет прослужил в вооруженных силах Советского Союза, подполковник в запасе. Имеет более 25 наград, в том числе медаль за службу в вооруженных силах СССР. Внес большой вклад в развитие Дмитровского района, теперь уже округа. От лица Андрея Юрьевича Воробьева вам вручить вот такую его благодарность, да, поздравления с днем рождения и самое главное пожелание здоровья. Спасибо большое, с днем рождения. Спасибо. С днем рождения. Ну, мне очень приятно, это вот официальная часть, да, и без нее никуда. Сейчас, секунду. Игорь Юрьевич Брынцалов, председатель нашей областной думы, вот награждает вас такой почетной грамотой. Именно. И вручает медаль вот такую вот облдумы нашей. С 2015 года Александр Васильевич является председателем Дмитровской ветеранской организации, которая по праву считается одной из лучших ветеранских организаций Подмосковья. Александр Васильевич проводит большую работу по развитию ветеранского движения, защите интересов людей старшего поколения, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи Дмитровского городского округа. Настоящий человек с активной жизненной позицией, что заслуживает глубокого уважения. Могу сказать одно. Я даю себе большие нагрузки. Если в молодости я занимался довольно много спортом и делал каждый день физзарядку, то сейчас меня не заставишь. Но приезжая на дачу, мне приходится делать, вот если по весне, то 12 где-то грядок. Сажаю где-то около сотки, наверное, картошки. И все приходится копать. А если еще взять обслуживание травы, с которой боремся, и она нас всегда побеждает, то это уже, конечно, это. Но могу сказать, надо вести... Ну, такой здоровый образ жизни. Я никогда не курил. Александр Васильевич активно взаимодействует с администрацией и управлением социальной защиты населения Дмитровского городского округа. Организация под председательством Александра Васильевича – постоянный участник мероприятий проекта губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье», а также конкурсов, акций областного и всероссийского уровня.